Крылья Советов присматривают нового защитника. «Лада» победила «Автомобилист» по буллитам. Спортсмен из Тольятти занял 3-е место в беге на 400 метров. Крылья Советов интересуются 24-летним защитником казанского «Рубина» Тарасом Бурлаком. Агент футболиста Сергей Пушкин дал понять, что его клиент готов уйти в аренду. Сейчас Бурлак тренируется с молодежным составом казанцев. В этом сезоне он провел 2 матча в премьер-лиге. Помимо самарского клуба, Бурлаком интересуются «Амкар» и «Томь». В 2013 году бывший гендиректор «Крыльев» Денис Маслов заявлял, что самарскому клубу предлагали взять Бурлака в аренду, но условия оказались неподъемными. В очередном матче чемпионата КХЛ «Лада» в Екатеринбурге выиграла у «Автомобилиста». Упорная борьба закончилась серией буллитов. Счет в первом периоде открыл Иржи Гункес. Вскоре Сами Лаписте сравнял счет, который продержался до конца основного времени. Овертайм победителя не выявил, а в серии штрафных бросков решающий буллит на свой счет записал Семен Валуйский. Следующую встречу тольяттинцы проведут 5 февраля в Ханты-Мансийске, где сыграют с местной «Югрой». В Смоленске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов в возрасте до 18 лет из 62 субъектов России. Лучший результат среди самарских спортсменов показал Дмитрий Мартошич. В беге на 400 метров он финишировал 3-м, преодолев дистанцию за 49,62 секунды. От второго места тольяттинец отстал на 29 секунды, от первого на 41 секунды. Дмитрий Мартошич, воспитанник с дюшор номер 3 в секции «Легкая атлетика».